Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире передача «О главном». Ее ведущая я, Ольга Гришина. Сегодня мы поговорим о научной деятельности кафедр. Тема очень сложная, тема актуальная, поэтому сегодня в студию мы пригласили Ирина Ивановна Скоробогатых, заведующая кафедрой маркетинга, Юрий Александрович Ровинский, заведующий кафедрой банковского дела, Ксения Валерьевна Якимова, директор образовательно-научного центра «Экономика и финансы», и проректор по научной деятельности Виталий Григорьевич Минашкин. Как вы знаете, основной показатель, который мониторит наш учредитель Министерства образования и науки, это объем научно-исследовательских работ в пересчете на одного научно-педагогического работника. Если мы будем анализировать динамику этого показателя, то, в принципе, мы имеем неплохой результат. То есть есть динамика и неплохая объема научно-исследовательских работ в целом в университете, и в том числе на одного научно-педагогического работника. Но, к сожалению, в количественном измерении мы едва-едва перекрываем пороговое значение. Что можно сделать и нужно сделать для того, чтобы изменить эту ситуацию? Мне кажется, что мы, понятно, должны выполнять требования Министерства образования и науки. Понятно, что для вузов приоритетных, для всех вузов, не только для Плехановки, приоритетными являются показатели, которые установлены системой мониторинга. Но здесь же вопрос достаточно глубокий. Мы говорим только о составляющей в объемном показателе, в денежном. А, наверное, нужно рассматривать и взаимосвязь. Это же очень широкое поле деятельности кафедр. То есть кафедра не может зарабатывать деньги, если она не наращивает потенциал. И вот мне кажется, что сегодня нам надо говорить больше о том, чтобы кафедры занялись, наконец, основной своей деятельностью, исключительной своей деятельностью, научной, чтобы они результаты этой деятельности несли в аудиторию, чтобы у преподавателя была такая, знаете, целевая установка повышать свой потенциал. Тогда мы на выходе, в результате этой работы, очень сложной, многоплановой и многоступенчатой, должны получить и приращение объемного денежного показателя. Но будем так говорить, что мы очень прицельно занимаемся этим, ну, мне кажется, может быть, 5 лет. Это не самый большой временной лаг для того, чтобы кафедры успели нарастить этот потенциал. Более того, и условия меняются постоянно. Ну вот, Ксения Валерьевна, как я услышала, вы говорите о таком стратегическом решении задачи этой, да? То есть так решать эту задачу, когда результат можно ждать вот не быстро. Возможно что-то сделать, чтобы все-таки в более коротком, вот в промежутке времени, более короткой перспективе решить эту задачу. Я согласен с Ксенией Валерьевной, прежде всего в том, что мы должны полностью использовать весь потенциал всех наших кафедр, потому что кафедры очень дифференцированы по проценту выполнения планов по научно-исследовательской работе. Есть кафедры, которые в несколько раз перевыполняют эту позицию, есть кафедры, которые имеют нулевые показатели, к сожалению. Да? Вот. Что можно сделать? Ну почему? Вот это дисциплина, ответственность. Или вот все-таки почему есть кафедры, которые вот выполняют? Знаете, а есть кафедры, которые по нулям. Ольга Алексеевна, ну, причины, наверное, разные. Есть у некоторых, так сказать, кафедр какая-то установка, может быть, боязнь вот, вступления вот, на поле таких серьезных научных исследований, неуверенность в своих силах. Вот. Но есть какие-то организационные, наверное, моменты. Нужно более тесно работать с управлением по организации научных работ. Мы подбираем те работы, которые ну, могут быть близки нашим кафедрам. Да? Где-то нужно, наверное, шире использовать кооперацию и с другими кафедрами, и с другими даже вузами. Если, например, кафедра чувствует, что сама она пока не в состоянии выполнить какую-то работу или победить в каком-то конкурсе, да, надо привлекать каких-то известных партнеров, да, налаживать такие связи. То есть здесь, конечно, надо подходить индивидуально к этому. Я хотела бы, ну, в общем, и на этот вопрос, чтобы уже заведующие кафедрами ответили. Ну и еще, так сказать, с учетом того, что вот сказали коллеги, да, теснее работать с управлением организации НИР, то есть насколько это управление кафедрам реально помогает, потому что есть от некоторых кафедр жалобы, да, что вот помощь со стороны этого подразделения недостаточно. И как раз вот с позиции, так сказать, какой-то боязни, может быть, есть все-таки вот такая, Юрий Александрович, вот боязнь у кафедр наукой заниматься или нет?
Ну, боязни, наверное, нет. У нас преподаватели все считают, что они не только хорошие лекторы, но и хорошие исследователи. И я думаю, что одна из проблем, о которой мы сегодня говорим, именно кроется в том, что мы склонны рассматривать наших преподавателей как неких универсальных солдат. Такого не бывает нигде. И обращаясь к той же международной практике, мы четко понимаем о том, что у каждого специалиста есть специализация. Некоторые сильны в исследовательской работе, другие сильны в публицистике научной, третьи – чистые преподаватели. Конечно, само понятие «чистый преподаватель», который не занимается научной работой, наверное, пережиток прошлого, и навряд ли сегодня говорить о развитии, о современных требованиях и о скорости изменениях, затрагивающих любое направление науки, да, можно говорить только о преподавательской деятельности. Но, тем не менее, мне кажется, что попытка специализации людей, которые могли бы сконцентрироваться на научной работе, да, тем самым имея возможность перерыва в преподавательской деятельности. Такая практика известна, она хорошо применяется и позволяет достигать больших результатов. Тогда же, когда наши преподаватели требуют, от преподавателей требуют и выполнение голосовой нагрузки, и публикационная деятельность, и научная работа, то чаще всего, к сожалению, это успевается сделать только для галочки. Глубоких научных исследований, которые могли бы заинтересовать коммерческого заказчика, сегодня мало. То есть и просто в этом, недостаток в этом, конечно, времени, есть проблемы. Да? Я соглашусь с Ксенией Валерьевной о том, что 5 лет, да, прозвучала фраза, когда университет начал уделять пристальное внимание этому. Мы видим примеры других вузов в Москве, прежде всего, не говоря о западных примерах, когда на это действительно уходит время. И количество рано или поздно переходит в качество. Вот я думаю, что нам это еще предстоит. Наверное, этим надо заниматься гораздо более продуктивно. Если говорить о взаимоотношении с Центром координации научной деятельности, на мой взгляд, сегодняшняя попытка организации внутренней конкуренции между кафедрами, кто больше заработает, и исходя из этого, соответственно, кто будет активнее рейтингован и лучше рейтингован, она, с одной стороны, действительно стимулирует, с другой стороны, мы часто являемся свидетелями каннибализации тех эффективных результатов, которые существуют, потому что все-таки университет один, и хотим мы или не хотим, услуга научной деятельности оказывается университетом, под брендом университета. Вот это очень важно, поскольку когда к одному и тому же заказчику в очередь выстраивается несколько кафедр, предлагая свои услуги, это девальвирует. А такое бывает? Такое бывает. Мы были свидетелями, там, когда несколько кафедр по смежным профессиям, да, пересекаются в одном и том же месте, начинают это активно предлагать, и это выглядит некрасиво, это девальвирует и производит впечатление просящего, не предлагающего, а просящего. Вот как только мы сможем перейти из категории просящего в категорию предлагающего, я думаю, здесь будет действительно качественное изменение в объемах в том числе. Ирина Ивановна, вот то, о чем говорил Юрий Александрович, да, что все-таки есть некая специализация у преподавателей, да, есть преподаватели, которые себя больше проявляют, как преподаватели умеют в аудитории работать, есть преподаватели, которые больше ученые, чем преподаватели. И такая существует международная практика, вы ее знаете, во многих университетах были. Вот как вы считаете, существующая в зарубежных университетах система, когда заключается преподавательский или учебный контракт с преподавателем, и есть профессорский, который предполагает работу не только в аудитории, но и научную? Вот такая практика, предположим, если бы была у нас внедрена, она способствовала бы активизации научной деятельности и как результат наращиванию объемов? Очень хороший вопрос, и я считаю, что любая дифференциация, она всегда идет на пользу. Кстати сказать, мы обсуждали этот вопрос уже несколько лет назад на одном из наших стратегических выездных семинаров, когда как раз группа, в которой я работала, предлагала дифференциацию преподавателей, преподаватель-лектор, преподаватель-исследователь, собственно, то, о чем мы сейчас говорим. И я хотела поддержать и вас, и Ксению Валерьевну, и Юрия Александровича, потому что практика зарубежная, если даже не заключение контракта преподаватель-исследователь,
исследователей, но представление преподавателю некого такого творческого отпуска, кстати сказать, это было и в свое время в Советском Союзе, когда для завершения, правда, диссертации этого, это давалось, но если сейчас говорить о серьезных научных исследованиях, которые либо по, допустим, выигранному гранту, особенно зарубежному, делаются, то предоставить право за полгода или три месяца преподавателю завершить научное исследование без выхода в аудиторию, чтобы сосредоточиться только на этом, и завершить эти исследования публикациями, и которые затем могут использоваться в учебном процессе, это было бы замечательно. Другой вопрос, что у руководителя кафедры тогда в таком случае возникает проблема перераспределения нагрузки. Если кафедра большая, то это не так болезненно, не так сложно. Если кафедра меньшего размера штатных преподавателей, то, наверное, могут возникнуть какие-то вопросы, но мне кажется, что вот хотя бы первые шаги в этом направлении, они бы дали нам очень много. Предположим, если есть преподаватели, которые изначально активно занимаются научной работой, да, то есть они участвуют в научно-исследовательских работах, они публикуются, причем в хороших журналах, которые включены в такие серьезные наукометрические системы, которые экспертную деятельность ведут. Предположим, вот для таких преподавателей, которых условно назовем звезды, мы можем этот норматив нагрузки снизить. Ну, предположим, вот, ну, для начала там на 100 часов в год. Вот как вы считаете, это вот такое решение было бы мотиватором для остальных преподавателей стремиться к тому, чтобы показатели научной деятельности повысить? Можно я отвечу двояко на этот вопрос? Во-первых, я однозначно считаю, что это было бы мотиватором и было бы хорошим примером для многих, но информация об этом должна быть донесена до каждого заведующего и до каждого преподавателя. Потому что иногда наша проблема заключается в том числе в разрыве информации, в разрыве коммуникации, в разрыве передачи сведений о наших каких-то вопросах и достижениях, которые уже сейчас есть. К сожалению, да, я согласна. И последнее совещание, которое организовывали проректоры Гришина, проректор Минашкин, проректор Штыхно с заведующими кафедрами и представителями кафедры и управления организацией НИР, как раз это показало, что есть разрыв коммуникации. И таких совещаний, я считаю, должно быть ну как минимум два в год. С тем, чтобы донести информацию как раз до заведующих или до их представителей о процессах научного поиска, научного исследования, которые сейчас в университете происходят. Мне кажется, тоже могло бы быть полезным, если наша НИР на сегодняшний день посмотрела на непривычные источники заказов. Я приведу пример по нашей кафедре. Ну, наверное, ни для кого не секрет о том, что банки переживают не самый простой период, прежде всего банки, поскольку инфраструктурные проекты развиваются, инвестиции в градостроительные проекты тоже идут, и, соответственно, это требует сопровождения научной деятельности в любом случае. В банках, конечно, все посложнее. И наши неоднократные попытки выступить инициаторами по той или иной разработке, либо даже маркетинговых предложений по разработке продуктов банковских и так далее, сегодняшний день не вызывают интерес и не имеют финансовой поддержки со стороны банков. Крупные банки имеют свои научно-исследовательские центры, мелкие банки позволить себе это не могут. Так вот, мы неожиданно нашли приложение своим экспертным заключениям для адвокатуры, что, казалось бы, очень неожиданно. Существует огромное количество судебных процессов с банками и со стороны вкладчиков, и со стороны сотрудников банков по определенным претензиям. И суды требуют экспертного заключения. Это действительно заключение, это экспертиза, это некая научная разработка, которая, тем не менее, востребована и, к сожалению, в достаточно больших количествах. То есть это совершенно неожиданная ниша, и мне кажется, что такие вещи могли бы быть, наверное, интересны и возможны, если бы попытаться вот посмотреть более широко на предмет заказчиков. Внутренние гранты. Значит, уже много лет у нас существует такая практика, ну, по меньшей мере, года три, наверное, да, мы выдаем внутренние гранты. То есть средства, которые университет зарабатывает,
часть этих средств выделяется на выполнение, на оплату научных исследований, которые проводят кафедры. И идея сама внутренних грантов, да, заключалась в том, чтобы, выполняя внутренний грант, был сделан некий научный задел, который потом можно коммерциализировать. Почему не получилось у нас такого результата? Да? То есть вот выдаются научные гранты, делается какая-то работа, получается научный результат, а продать, коммерциализировать этот результат мы так и не научились. Что нужно сделать для того, чтобы вот, ну, научиться продавать те научные разработки, которые мы делаем? Или, возможно, разработки не того качества все-таки у нас? Должен прежде всего сказать, что когда внутренние гранты выделяются, у нас три как бы ступени контроля. Это первое ОНЦ, второе комиссия и третье научно-технический совет. То есть отбор идет очень серьезный, рассматривается вся документация, рассматривается суть этого проекта, рассматриваются планируемые результаты. И в плане коммерциализации обязательным условием предоставления внутреннего гранта является письмо, поддержка как бы со стороны потенциального заказчика. Но, тем не менее, что касается непосредственно коммерциализации, да, процесс этот, он требует определенного времени, потому что работа, например, выполняется в этом году, и мы можем сказать, будет результат только в следующем году. Конечно, с коммерциализацией есть проблемы, даже вот по тем письмам, которые есть, не все потенциальные заказчики потом как бы востребуют себе вот эту работу, которая выполнена. Но, тем не менее, есть и другие результаты. Это не основной результат как бы внутренних грантов. Во-первых, внутренние гранты повышают очень серьезно публикационную активность. Вот по нашим расчетам, по результатам прошлого года, предположим, порядка 50% опубликованных вот в международных системах Scopus of Science статей были по результатам внутренних грантов. То есть это очень серьезный такой задел. Во-вторых, внутренний грант, он требует создания определенного коллектива. И коллектив получает какие-то наработки, эти наработки могут быть использованы в дальнейшем, и коллектив может принимать участие в таких работах в дальнейшем. В-третьих, внутренние гранты – это, в общем-то, и поддержка научной молодежи, потому что не секрет, что очень сложно достаточно сейчас вот задержать талантливых выпускников, студентов, молодых преподавателей, да, то здесь нужна определенная вот такая вот работа в этом направлении. Вот поэтому есть несколько таких достаточно серьезных, я бы сказал, побочных эффектов, но над коммерциализацией, конечно, предстоит еще поработать. Виталий Григорьевич, а есть какой-то пример, который вы можете привести, что был, например, выполнена какая-то работа по такому внутреннему гранту, а потом, что ли, на продолжение этой работы был получен или грант, или был заключен какой-то договор? Ну, сходу сейчас я не могу такой пример привести. Не все темы, которые вот у нас внешне реализуются, они, что называется, прямо вот в десяточку. То есть есть определенная какая-то наработка, да, на основе этой работы, может быть, близко по тематике работы выполнена, но все равно эти результаты как бы в том или ином виде используются. Но нужно еще сказать, что часть внутренних грантов – это заявки внутренние наши, как бы на те работы, которые непосредственно нужны университету. Этот пласт тоже очень достаточно такой широкий. А я как раз такой пример могу привести. Получен был внутренний грант на разработку методологии исследования качества транспортного обслуживания с использованием известных методик, которая затем на следующий год вылилась в исполнение большого заказа, большого гранта для департамента транспорта и развития транспортной инфраструктуры. Ирина Ивановна, ну, школьный микрофон у вас, вот все-таки ваше отношение к внутренним грантам. Вот как заведующего кафедры. Вот вы считаете, что... Потому что все-таки основные исполнители вы. Вот представитель, да, Юрий Александрович, вы. Кафедры, которые должны делать научную работу. И нужны вот вам внутренние гранты? Помогают ли они решать какие-то задачи, которые потом, ну, действительно могут быть коммерциализированы, результаты которых могут быть, так сказать, опубликованы, широко обсуждаться, цитированы, главное, должны быть. Потому что сегодня просто опубликоваться – это не самое главное. Мы немножко позже, конечно, об этом поговорим, но вот сейчас о внутренних грантах. Ну, мое отношение положительное, потому что формирование научного коллектива, о котором сказал Виталий Григорьевич, к тому же
поддерживается с финансовой точки зрения и моральной точки зрения со стороны университета в выполнении этого задела научного. И мы на кафедре маркетинга однозначно понимаем, что это не аванс, не премия, что это финансирование именно научной разработки, которая должна иметь логическое завершение. И это логическое завершение может быть как в публикациях выражено, так и зафиксированном, зарегистрированном информационном обеспечении, так называемый РИД, где будет методология исследования или несколько методик будут представлены, которые будут зарегистрированы, и которые далее могут быть представлены в заявках, например, на внешние гранты, как уже имеющиеся научные разработки, как задел научный. Вот это, мне кажется, самые главные моменты. Я хотела сказать о том, что в этом году Управление организации НИР и УНЦ «Торговля» и Научно-технический совет поддержали две наши внутренние заявки. В одной из них молодые сотрудники кафедры, научные работники кафедры пытаются рассмотреть все виды смарт-технологий для использования маркетинга. Новое и очень современное направление для того, чтобы сделать и классификации, и все остальное прочее. И второе, то, что мы задумали уже много лет назад и постепенно выполняли вместе с студентами в ходе проектных работ по дисциплине маркетинговые исследования, а сегодня хотели бы разработать методологию исследования ценностных предпочтений студенческой аудитории, назвав это постепенно, ну, каким-то брендированным продуктом, который Плехановский университет может предоставлять вовне. И параллельно с выполнением этого гранта мы разработали целую систему пиар-поддержки вот этого направления, и сотрудники, которые работают в этом направлении, они одновременно разрабатывают методику и апробируют ее, и одновременно с этим продумывают информационные поводы для того, чтобы сказать о том, что мы предлагаем вам. Понятно. Юрий Александрович, оставляйте у себя микрофон, вам вопрос. Все-таки вот в отличие от кафедры Ирины Ивановны, потому что она уже не первый год, они умеют, как-то научились хорошо привлекать денежные средства, пока вот вашей кафедре это, ну, не очень удается, да? Вот вы считаете, вот внутренний грант, если кафедра получает, это способствует тому, чтобы в будущем... Ну, это действительно не удается кафедре банковского дела, я уже говорила о причинах, будем надеяться, что эти причины в скором изменятся, потому что банковский сектор как отмирает первым, так и возрождается первым, поэтому... Будем надеяться на ближайшее возвращение деловой активности в банкинге в том числе. Я бы хотел сказать по поводу внутренних грантов. Ну, во-первых, очень важно понимать о том, что внутренние гранты – это сродни венчурного финансирования. Поэтому, когда вы говорите, что они должны выстрелить все, такого не бывает. И есть четкая статистика о том, что там десятые доли процента приносят тот реальный эффект, на который мы рассчитываем. Поэтому, опять-таки, количественный переход в качество здесь неизбежно. Второе. Конечно же, это стимулирует преподавателей, поскольку единственным, ну, наиболее существенным видом увеличения заработной платы. Поскольку эта тема остается, и тема очень демотивационная с точки зрения перспективы работы, вынужденного совместительства на других площадках, иногда в отраслевом разрезе, иногда в других вузах, да, и это, конечно же, мешает концентрироваться и сосредотачиваться на работе. Поэтому внутренние гранты – это, конечно же, возможность повышения уровня. Что, мне кажется, является несколько спорным. Но, например, мы сталкивались с ситуацией, когда наши комитеты, которые отвечают за одобрение, исходят из того, что лица, заявленные в выполнении одного внутреннего гранта, да, не могут подаваться на другие внутренние гранты.
Причина, мне кажется, сомнительна. Распределение средств всем сестрам по серьгам здесь, наверное, не самое оптимальное решение. Точно так же, когда мы говорим о межкафедральных проектах. Вот я согласен о том, что мы всегда пытаемся найти некое комплексное решение, да, из одним выстрелом убить двух зайцев. Здесь было сказано, что это и стимулирование публикационной активности, это и поддержание молодежи и так далее. И вот мне кажется, что в этом есть определенное противоречие, которое кроется. Потому что если бы мы рассматривали исключительно исходя из коммерческого потенциала разработки, мне кажется, решения комиссии по утверждению и по распределению грантов были бы несколько другими. Когда мы хотим охватить сразу много, стимулировать и одно, и второе, и третье, наша многофакторная модель, которая не всегда работает в одном направлении. В этом, мне кажется, есть определенные противоречия. Ксения Валерьевна, к вам вопрос. Вот сейчас коллеги говорили о том, что при выполнении научно-исследовательских работ формируется творческий коллектив. Этот коллектив часто формируется из представителей разных кафедр. Вы сейчас возглавляете образовательно-научный центр «Экономика и финансы», один из крупнейших центров, куда вошло очень много кафедр. Почему сегодня вот сложилась такая ситуация, что мы не можем уверенно сказать о том, что Плехановский университет является ведущим научным центром в какой-то области? Например, что вот Плехановский университет – это ведущий научный центр в области там, торговли или в области управления персоналом, в области, скажем, там, государственного регулирования экономики. Как-то вот нет таких прорывных работ. Может быть, не накопили мы количество таких работ. Может быть, вот именно эти работы должны делаться на стыке каких-то там разных кафедр, но все время там, скажем, решать какие-то конкретные вопросы. Я тоже думала о том, почему мы никак не можем определить для университета или конкретно для образовательно-научного центра, который сегодня решает вопросы экономики и финансов, вот какие-то конкретные предметные поля, на которых мы будем играть. Но я хочу сказать, что сегодняшняя ситуация с распределением даже государственных средств по госзаданию Министерства образования и науки подталкивает к нам к тому, чтобы мы силами сводных творческих коллективов не только в рамках одного ОНЦ, а и межцентровых образований выполняли те работы, которые интересны заказчику. Ну и кроме того, у университета сегодня набран уже такой потенциал, я сейчас уже перехожу просто на персонале наших профессоров, заведующих кафедр, директоров ОНЦ, которые могут решать очень узкие задачи, да, очень частные задачи. Ну, в частности, допустим, вот ту большая субсидия правительства Москвы, транспорта, на которой трудился и ОНЦ торговля, и ОНЦ финансы. И на самом деле получились очень интересные результаты. И менеджмента, извините. И очень интересные результаты. И более того, когда Виталий Григорьевич проводил рабочие совещания, мы говорили все на одном языке и очень хорошо находили те узкие вопросы, которые требуется решать. Так, может быть, надо было и дальше продолжить эту работу, именно, может быть, и внутренний грант выдать под какие-то проблемы, тематику, связанную с городским хозяйством. То есть и дальше ее развивать. Тот вот коллектив, который мы сформировали, продолжить эту работу, которую впоследствии можно было предложить не только Москве, Санкт-Петербургу, другим городам. А Ирина Ивановна об этом уже сказала, и мне очень понравилось, что если здесь уже огромный задел сделан, то на самом деле вот этот творческий коллектив, его уже не свернуть с пути развития. Это, мне кажется, особенность людей, которые занимаются наукой. У них создан тот потенциал, который дальше выливается куда? Он выливается в защиту докторских и кандидатских диссертаций. Он выливается в аудиторию, потому что совершенно по-другому преподносится дисциплина. Поэтому, честно говоря, немножко вернусь назад, мне кажется, вот та система распределить, ты только читаешь лекции, а ты только выполняешь научно-исследовательские работы, она немножко тупиковая. Почему? Потому что
человек, который не работает сегодня в зоне практической реализации каких-то задач, да, научных, он и не может на должном уровне преподнести в аудитории, допустим, на магистерских программах, на старших курсах бакалавриата, на нужном уровне материал. То есть здесь такие взаимоувязанные задачи. И последнее, коллеги, о чем вот мне хотелось бы, чтобы вот каждый из вас ответил, о наших публикациях. Наращивается у нас объем публикаций и в хороших журналах, но кажется, что недостаточными темпами у нас идет прирост этих публикаций. А самое главное, что у нас показатель цитируемости не то, что не растет, он даже снижается. То есть поэтому здесь два вопроса. Первый, как нам нарастить число публикаций? Второй вопрос, почему у нас снижается эта цитируемость и что нужно сделать, чтобы ее поднять? Так я бы хотел вернуться к вашему призыву о конкретике, да, конкретных шагах, которые можно сделать сегодня. Прозвучала фраза, и мы действительно с этим все согласны, о разрыве коммуникации по взаимоотношению среди подразделений между преподавателями и так далее. Мне кажется, очень практическая вещь, которая бы помогла существенно, на мой взгляд, поднять цитируемость, это создание некой информационно-справочной базы, базы по научным работам преподавателей вуза. Такой базы не существует. И я не могу знать и не знаю мои коллеги с соседней кафедры, какие разработки ими опубликованы, какие научные труды сделаны в ближайшее время. Если у меня будет перед глазами такая база, в разработках я, конечно же, с большим удовольствием, во-первых, познакомлюсь с уже существующими трудами, и, во-вторых, используя это, обязательно сошлюсь. Это даст нам существенный прирост цитируемости не в поиске в открытых источниках. Мы говорим, а включили телевизор, и вдруг случайно увидели своего коллегу выступающего. Мы не знаем о том, что этот коллега выступает. Мне кажется, в этом какая-то конкретика, которая позволит нам завтра выстрелить с этим, да, а не просто ждать, когда будут востребованы великие умы и великие мысли через 10 лет, могли бы принести свои результаты. Мы на кафедре как раз, ну, примерно полтора года, как занялись этим вопросом, мониторим все публикации кафедры, которые выходят и рейтингуются, индексируются в РИНСе, в Российском индексе научного цитирования, и оповещаем наших коллег о том, какие статьи выходят в наукометрической системе Scopus, как раз на предмет того, чтобы использовать это в своих разработках. Ну что, коллеги, обсуждение показало, что все понимают прекрасно проблему, насколько она важна, насколько актуальна. Есть представление о том, что мы будем делать в ближайшее время. Поэтому спасибо всем большое за участие. В эфире была передача «О главном». До свидания.